Я приветствую вас, вы на канале Tarangel Planet. И у нас расклад сегодня, называется он «Анализ одиночества». Пока я рассказываю, о чем расклад, не забудьте поставить лайк, подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Мы будем смотреть ваше состояние, готовность к новым отношениям. Будем смотреть, что вы хотите получить от новых отношений, чего вы боитесь или что не хотите получить. Чему нужно стремиться, чтобы сложились нужные отношения? От чего нужно избавиться? Над чем нужно работать, чтобы все сложилось? Чем вы готовы пожертвовать, чтобы найти новые отношения? От чего вы не сможете отказаться, не будете жертвовать этим ради новых отношений? Что будет помогать вам в поиске отношений? Что будет вам препятствовать? И потенциальный итог – будут ли отношения все-таки на ближайшее время? Смотрим ваше состояние и готовность к новым отношениям. Ну, пока не особо-то мы и торопимся, да, нам пока. Одно и хорошо, свечу пожжем, одиноко она будет капать воском. Будем смотреть на нее в одиночестве, будем сжигать наше грустное состояние. Готовности-то особой как таковой нету. Что хотите получить от отношений? Чтобы вас любили, чтобы сердце ваше оттаяло, чтобы вы нашли в себе силы любить, чтобы эти чувства у вас появились, чтобы появилась возможность любить, чтобы вот та любовь, которая к вам придет, чтобы она растопила ваш лед, и вы начали любить, и достали эту любовь из себя, и полюбили. То есть, по факту, вы ждете, что кто-то придет, и любовь на ладошке вот так принесет. И сердце ваше растает, оттает, и вы влюбитесь. Пока вот так у нас идет. Чего вы боитесь или не хотите получить от отношений? Ну, не хотите, чтобы все это было неискренне. Чтобы рядом с вами были волки в овечьих шкурах. Чтобы они себя добреньких изображали. А на самом деле они еще те какашки. Этого вы точно не хотите. Ну, и боитесь, конечно, таких людей, потому что они же предатели. Что у нас по тому, к чему стремитесь, да, чтобы сложились новые отношения? Гармонии, комфорту, чтобы все было благополучно. Он, я, гармоничная семья, всех все устраивает. И все в таком радужном свете, но это слишком иллюзорно. Поэтому вот к этому стремитесь. Идеализируйте, я бы сказала. Тут слишком идеализируете эти отношения. От чего нужно избавиться? Ну, назовем это так. Одиночество – это ваша болезнь. И надо буквально вылечиться от этого одиночества. Ну, я бы сказала, что тут еще есть страх. Особенно это для женщин, для мамы с детьми, как он воспримет ребенка. На самом деле легко и просто. Это у вас уже семья, а мужчину вы можете выбирать вместе с ребенком. Это, скажем так, такой идет процесс оздоровления от вашего одиночества. Чем вы готовы пожертвовать, чтобы найти новые отношения? Одиночество он точно готов пожертвовать. Хватит уже находиться в отшельничестве. Я ото всех ушла, мне все надоели, не хочу никого видеть. Пора выходить в общество, пора общаться, встречаться с людьми, хоть где бы то ни было ходить. По каким-то, возможно, даже уже пора ходить по мероприятиям. Кто-то ходит в театр, в кино уже как-то это особо не актуально, в кино уже с кем-то идут, ну вот пора. Кто-то ходит в фитнес. Это прям как в кино «Москва слезам не верит», где героиня говорит, а вот знакомиться надо на кладбище. Нет, конечно, но куда-то ходить надо. Точно пока не на кладбище. Так, что, да, от чего вы не сможете отказаться? Хорошо, мы отказываемся от отношений. От чего мы не сможем отказаться? Ну, тут мы не сможем отказаться от наблюдения, не сможем отказаться от недоверия к людям.
Что он там делает? Может, он там скрытый маньяк какой-нибудь. За ним понаблюдаю, буду очень недоверчиво к нему относиться. Но иногда это осознанно, потому что вы же уже вот на этом обожглись. Мало ли, да, вот тут маньяки какие-то, тут тоже какие-то непонятные, да, вдруг абьюзер. Надо быть подозрительной. Вот от этого вы точно не сможете отказаться. Вот если по женской линии мы идем. Так, хорошо. Ну, что тогда будет помогать вам в поиске новых отношений? О, да, деньги они всегда помогают. Скажем так, красиво выглядеть, красиво одеваться, красиво себя чувствовать. Надо будет, конечно, вложиться в себя, в свою красотулечку. Походу, может быть, к стилистам и быть того уровня, уровня той женщины, которая может встречаться с мужчинами того уровня и там ходить, где ходят они. Скажем так, это поможет. А также, о чем это говорит? О том, что нужен мужчина-то обеспеченный, не хухры-мухры, не просто так. Ну, пусть оно вам поможет. Аминь. Что будет препятствовать в поиске новых отношений? Ну, злые завистливые языки, ругань и недопонимание с мужчинами. И не только за спиной, но и с мужчинами, да, особенно такими состоятельными. Возможно, трудно будет найти какой-то общий язык. И это точно будет препятствовать. Потенциальный итог. Будут ли отношения? Ну, что-то тут прям в одиночестве. Видимо, не скоро. В гармонии. В гармонии сидите. Почему не находится ничего? Да потому что у вас и так все шикарно, хорошо, кроме отношений. И так все отлично. Реализация будет. Реализация вот тут, видите, она по деньгам идет по этой линии. И с гармонией стоит. И, между прочим, с иллюзиями тоже стоит. Значит, мечты ваши сбываются. Если эта одна линия выстраивается, мечты реализуются, ну, конечно, через деньги. Или деньги помогают этим мечтам реализоваться. Не было бы этих мечт, не было бы вот этого всего. Тут замкнутый круг идеально просто прошел. Ну, попозже, да, что-то будет. Реализация желаний исполнится. Все-таки будете готовы к отношениям. Ставь лайк, подписывайся. В комментариях пиши «принимаю с благодарностью». И не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И увидимся с вами на следующих раскладах. И жду вас на личных консультациях. Ссылка в шапке канала в описании.